К большому спорту необходимо готовиться с малых лет. Так, воспитатели одного из детских садов организовали хоккейную команду из воспитанников старших групп. Наша съемочная группа побывала на первом товарищеском матче между дошколятами и первоклашками столичной школы и выяснили, умело ли владеют ребята клюшкой и шайбой. Здесь все по-взрослому. Спортивная форма, строгий судья и команды болельщиков. Даже комментатор есть, а играют хоккеисты на поле с гордым названием «Колосок-арена». Правда, вместо композитных клюшек – пластиковые, резиновые шайбы, большая, мягкая, а коньки вовсе заменили зимние ботинки. Взрослый хоккей мы, конечно, не проводим, потому что правила очень тяжелые. Уменьшили даже время тайма, потому что время тайма 20 минут – это слишком много. Мы сегодня по 5 минут его проводили. И правил таких пока мы, в принципе, не придерживаемся. Просто играем. Основное правило для мальчишек – забить гол в ворота соперника. И борьба за звание победителей была нешуточной. В первом тайме команде школьников «Авроре» удалось забить гол. Но после пропущенной шайбы вратарь команды детсадовцев «Колоска» буквально собой заслонил ворота. В конечном счете вперед вырвалась команда первоклашек, но победу было решено разделить. В детском хоккее, в отличие от взрослого, количество забитых голов не имеет значения. Главное – весело и активно провести время. Новых команд и игроков в республике будет становиться еще больше. Детскому хоккею в Чувашии уделяют большое внимание. У нас стартовали матчи школьной лиги. Непрофессиональные спортсмены играют в хоккей. Эту инициативу отметила глава Чувашии в послании Государственному совету. Екатерина Куприна, Игорь Зверев, Республика.